Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Будем сегодня продолжать играть за зомби. Кстати, у меня 215 гемов. И я думаю, что, может быть, нам с тобой купить, да, один пак. Как думаешь, за 200 гемчиков? Тут у нас есть набор на бабаха, набор на профессора «Мозговая атака», набор «Орех в доспехах» и набор «За мех». Если брать, то, наверное, за растения, да? Потому что у меня очень мало на них карт. Легендарная 10% выпадания. Крайне редкая 30%. Так, попробовать, может быть, а? Давай рискнем, все, попробуем. Вдруг что-нибудь выпадет редкое нам. Хотя я почему-то в этом сомневаюсь очень сильно. Ну, и что же мне выпадет? Давай посмотрим. Да ладно, блин. Ну это все у меня есть. И зря 200 геймов потратил. Просто зря. Ладно, фиксим. Еще с вами наберем, накопим. Ну что, пошлите. Задания за зомби нас ждут. Так, новое задание. Выиграйте многопользовательскую игру. То есть, ну, на арене сыграй. Тень горохострела. Так, ну что, у нас разгромчик, как всегда, будет первым. Против зеленой тени мы с тобой будем выступать. Так, слушай, первый ход у нас с тобой есть. Давай мы с тобой вот здесь вот попробуем поменять. О, второй и третий, замечательно. Сладкая месть. Во время этой миссии случайный зомби получает +2/+2 при уничтожении другого зомби. В плане. Блин, ну и условия. Так, ну что, мы с тобой, наверное, сделаем для начала вот так вот. Построим ландшафт. Ага. Слушай, ну, в принципе, наверное, нам лучше сделать вот так. Пускай выставляет зомби. Шикарненько, да, он получает у нас. Сколько там? 1-2, плюс мы ему вообще атаку сейчас уберем. И это очень круто, на самом деле. И, конечно же, мы его добьем. Готов, паразит. Ох ты, ё-моё, что мне тут, ребята, выпадает? Посмотри. Зомби-бот выпал. Ну, 9 энергии нужно. Так, иди-ка сюда, иди сюда, 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 родной. Вот так вот. Ах ты, что же он делает, а? Он усиливает свое растение, ребята, 2-4, это плохо. Это плохо, у меня нету, блин, энергии. Так, ладно, мы с тобой, знаешь, что сделаем? Мы сейчас ему понизим еще атаку. Не надо, не надо здесь выпендриваться. Так, 3-3 мы ему сделаем. Черт подери, это плохо. А я могу, кстати, усилить свое привидение, и тогда мы точно его разберем. Если он, конечно, сейчас опять его не пробафает. Ну, ё-моё, ты специально, что ли, так делаешь, а? Так, еще и сюда зомби перемещает, да? Смотри, что творит. Смотри, что он творит. Блин, вот как мне тут лучше сделать, друзья мои? Как лучше мне сделать? Может быть, все-таки нам раздавить... Давай мы, наверное, вот так сделаем. Раздавим вот эту вот фигню. Сладкий картофель. У нас потом будет 5 энергии, да? Мы с тобой не будем тратить. Значит, короче, смотри, что мы делаем. Вот так. 5 в лицо, конечно, это больно. Но потом будем уничтожать с вами. Будем уничтожать именно заклинаниями. Потому что он будет сейчас расти и расти, ты понимаешь, да? 10-10. Так, друзья мои, я пропускаю здесь ход. Он еще и бонус на атаку делает, ты прикинь? Вот об этом я тебе и говорил. Нафиг, такое счастье. Фух. Так, теперь нам нужно с тобой восстановить здоровье. Я надеюсь, у него, кстати, есть выстрел, не забывай. По центру. Когда он может бомбануть и 5 единиц урона нанести. Так, что же мы с тобой сделать можем? 6 энергии. Я могу поставить... Ага, вот этого зомби.
и вот этого. А дальше не знаю, ребят, что он тут влепит. Так, он идет сюда. Автоматом. Давай, 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 давай. Слушай, друзья, ну мы ему сейчас еще и атаку понизим до ноля. Так, вот это уже меня радует. Единственное, что мы его не сможем уничтожить. Так. Угу. Так, еще один зомби. Еще один зомби. Блин, я боюсь, что он мне уничтожит этого зомбаря. Он ведь может. Если мы с тобой сделаем... Ему, кстати, самому-то осталось 4 единицы урона нанести. Давай вот так вот сделаем с тобой. Смотрим, что он будет сейчас делать, этот горох-тень. Усиливает, понял. Бонусную атаку наносит. А вот это плохо, друзья мои. Это плохо. То есть, я не знаю, у нас сработает с тобой защита или нет. А, он же 2 урона наносит. Первый... Короче, да, ребят. Офигеть. Вот здесь я промашку дал, конечно. Блин, он же 2 раза бьет. Ладно, неудачно у нас получился с вами первый бой. Так, вытягиваем карты. Значит, сделаем с тобой... Нам нужен первый ход. Так, второй есть. Это есть. Давай вот тут попробуем. Блин, да что такое-то? Плохо наше дело. Ход зомби. Сладкая месть. Во время этой миссии случайный зомби получает +2/+2 при уничтожении другого зомби. Да ладно. Хоть что-то за меня тут стало, а? Так, ну первого хода у меня нету. А вот теперь повеселимся. Так, выпускаем зомби. Давай сюда поставим его. Ой-ой-ой. Блин. Ну ты-то какого лешего сюда появился? Нам нужно от него избавляться. Каким образом? Объясни-ка мне теперь. Угу. 2-4. А если я так сделаю? Рикошет случайного зомби. Только не говори, что вот этого вот. Вот не говори мне. Смотри, что творит, а. Короче, мы его сейчас будем уничтожать через эволюцию. А у нас эволюция-то вообще сработает здесь? 4-8 это... Вот, есть, ребят, контакт. Давай его уничтожаем. Я не хочу, чтобы он тут, извини меня, прокачивался. 3-3. С какого вдруг он получил 3-3-то? Что-то как-то больно жестко. Так, у нас есть с тобой выбор. Либо медика позвать. А, мы можем сделать... Давай вот так вот, наверное. И вот так. Я знаю, что у него есть заклинание. Да ты посмотри, что творит, а? Вызвал кого, блин? Этого хламона. Плюс прокачивается, да? На халяву. Так, что нам сделать здесь? 2-5. Если мы... Он поставит еще, да этот будет дальше прокачиваться. Получается так. Значит, сделаем вот таким вот образом. Плюс у нас есть с тобой заклинание. Не-не-не-не-не-не, не надо, не надо, блин, этого чудика сюда ставить. Так, -2, -2. А раздавить я его не смогу. Слушай, ну, наверное, нам надо сделать вот так вот. У него двойная атака. Пускай лучше по одной единичке, да, влепит нам. Так, не уничтожили, к сожалению, пока еще. Что у него там? Растение получает +2/+2. Зашибись. Зашибись. Давай вот так вот сделаем. У нас 9 хп остается. Прокачивается гаденыш. Так, ну что, я поставлю медика сюда. И у нас одни заклинания остались. Одни с тобой заклинания остались. Опять он делает добор 2 карт. Ё-моё, он сейчас его усилит. Нет. Это очень интересно, почему он не стал его усилять.
Короче, у него здесь все прикрыто, получается, да? Мы с тобой можем сделать 1+1. 1+1. Предположим, я сделаю так. Плюс могу влепить безумие. Плюс могу врубить безумие здесь. Или сюда лучше поставить. Наверное, лучше сюда. 6-10. Поехали, друзья мои. Так, еще давай в лицо. Отлично. Так, тут обмен. Этого шитика сейчас уничтожим. Да, тут, конечно, нам сейчас 6 в лицо еще прилетит. И всего лишь 6 хп остается. Плюс защита сработает у нас. О, хорошая карта, ребята. Хорошая карта. Так, зомби у нас получит неуязвимость, блин. Все прикрывает, да? Все прикрывает здесь, смотри. Слушай, 5 в лицо получим мы с тобой. 5 в лицо, но мы можем с тобой сделать вот так вот. Он получает минус 1 к атаке. И мы можем с тобой убрать вот этого чудика отсюда. Окей, погнали. Есть! Друзья мои, есть. Победили мы с вами тень. Так, отлично. Так, награды получаем. И двигаемся с тобой на второе задание. Так, мне хотелось бы посмотреть, что здесь за босс. Ночной колпак. Давненько мы, кстати, с ним не сталкивались. И очень приятно, что он нам выпал. Так, первого хода нету. Я, наверное, вот здесь поменяю. Вот здесь. Да, блин, ну вот они издеваются. Почему вы мне даете такие... У меня есть там нормальные легкие карты. Почему вы мне даете такой вот, ну, полутоп, скажем так. Он размещает 2 шампиньона. Понятное дело, блин. Он размещает 2 шампиньона. То есть уже заранее он мне 2 в лицо прописывает. При этом я больше уверен, что у него карта, колода будет основываться на грибах. Понимаешь, да, к чему я? Значит, делаем с тобой таким вот образом. Вот этого уничтожаем, к ядрине фени. Сейчас, наверное, грибную полянку свою поставим, да? Или еще что-нибудь потом. Нет, ничего не стал делать. Странно. Так, у нас с тобой есть следующий ход? Есть. Мы можем с тобой... Ага. Ага. Давай, наверное, я сделаю вот так. Не забывай, что у него есть ниндзя теневой. Странно. Очень странно, зачем он это сделал. У него что, больше влепить нечего? Хм. Слушай-ка, ну, вроде бы пока неплохо все у нас. Может быть, нам... Не, хильнуться пока не надо. Поставим амфибию с безумием. Слушай, что-то он затеял, этот колпак ночной. Что-то хочет вытянуть или накопить себе камбу какую-то. Мне почему-то так кажется. Давай вот так вот сделаем с тобой тогда. И вот так. У меня карта мала, а у него... Ах ты паршивец. Наносит 3 единицы урона. А, я забыл, что у меня зомби-то прокачиваются. Это круто. Ну что, погнали. Уничтожаем этот стебелек. Антигероя ставит, да? И уничтожает, конечно же, мне зомби. 6-9, слушай, ну неплохо. 6-9, это очень хорошо. Так, мы с тобой сделаем следующим образом. Поставим сюда, плюс еще отхил. Блин, арбуз. Ай-яй-яй-яй-яй, этот заморозится, да, получается? Ведь заморозит же. Вот, я этого и боялся. Заморозил, так, у нас появляется зомби. Так, этот 5-5 получает. Но пока все хорошо, ребят, расстраиваться не стоит. Мы можем себе позвать на помощь вот этого, например, да? Давай так сделаем. Неуязвимость. Если что, мы его уничтожим. Сможем.
Но мы будем, наверное, вот этого убирать. Да хоть ты тут что, хоть замораживайся, это тебе не поможет все равно. Так, этого минус. Здесь зомби у нас выживает. Единственное, что, конечно, атаку получит вот этот вот. Так, у него 7 хп остается. Угу. Сделаем с тобой... Погоди-ка, может быть, лучше не рисковать? Может быть, нам сделать вот так? И вот эту вот заклинашку мы оставим. Кто тут? Вот, видишь, что он делает? Вот хорошо, что у нас есть вот это заклинание. Мы уничтожаем ребята. И получается, что все, ему крышка. Да, колпаку крышка ли, друзья мои. Десятку в лицо он не переживет. О, какой, 14 урона здесь. Хе-хе. Слушай, а мне нравятся такие условия. Раньше, помните, у него такие были, что мы уничтожаем растения, и они получают там какую-то плюс к атаке, хп. Но здесь фортуна на нашей стороне. Ну, зомби тоже, извините, ой, ну, растения тоже, как говорится, не лыком шиты. Так что, ребятушки, давайте расслабляться не будем. Смотри, что он делает, а? Начинает игру. Так, секундочку, что нам тут? В принципе, неплохо. Наверное, вот так оставим, да? Первый, второй, второй ход есть и четвертый. Единственное, конечно, вот эти вот сладкие картошки меня бесят. Смотрите-ка, зеленая тень с двумя бататами. Что это вообще за существо такое? Это сладкая картошка, зомбос, если ты не знаешь. Ну что, выставляем сюда. Вытягиваем карту. Так. Они, конечно, не могут атаковать. Ну и не дают мне, так сказать, пробить. Он может их усиливать. Об этом тоже не стоит забывать. Он их может усиливать. Что нам здесь сделать? Может быть, нам лучше... Я все-таки привидение поставлю. Вот так вот. Чтобы этот зомби смог его сразу уничтожить. Нет. Нет, 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 нет. Ну нафига ты, блин, влепи вот это вот барахло. Да, друзья мои, это плохо. Если он сейчас будет его усиливать, то будет... А он и так усиливается. Но если я сделаю, предположим, вот так. И вот так. Что он сейчас будет делать? Ну, конечно, будет усиливать. Друзья мои, ну, конечно же. Кто бы в этом сомневался? Так, у него становится 3-5, да? 3-5. Плюс в лицо 3-3 становится, да? С этими мы разбираемся. Но этот будет на следующий ход 6-6. Об этом не забывай. Причем зомби у нас как-то рандомно усиливаются. Понимаешь? Воу, 4-4, 4-3. 6-6. Жесть какая-то, блин, а. Нам нужно с тобой дожить до 5-го хода как-то. Я не знаю, как, но нам нужно, чтобы мы могли уничтожить его. Отлично. Так, поехали. Что он там сейчас будет делать? Да ладно, блин, ты достал со своими этими... хитрозадыми растениями. 6 в лицо получим, ты понимаешь? Ох ты, ё-моё. Посмотри, как мы тут с тобой усилились. Я все, конечно, понимаю, но теперь думай. Думай, Рэй, как лучше сделать. 12-6, да? 12-6. Труба. Я пропускаю ход. Да ладно, блин. Он еще и заморозку делал. Ты прикинь, а, вот жучера. Так, что мы с тобой можем сделать? Можем уничтожить, конечно же, вот это вот растение. А тут нам как минимум 10 в лицо светит. Так, давай, зомби, усиливайся. О, все, ребята, ему крышка. Смотри. Ну что, ночная тень получила свое? Не ожидала, да, что у меня так получится все. А вот так вот. Ну, друзья мои, неплохо, неплохо идем. И у нас с вами четвертая миссия. Эх, разгромчик. О, роза на куче навоза. Опять она тут. Ну что ж, давайте повеселимся тогда с ней. Не надо там хихикать мне. Хихикает она.
Вы что, специально что ли так делаете? Какая, блин, нафиг мне курица сейчас? Ну тут вообще, ребята, далеко мы не уйдем. Первого хода, ну, есть, конечно, я могу поставить ландшафт. Вот сюда вот. А дальше только четвертый ход. Надеюсь, хоть какой-нибудь зомби мне выпадет. Да, выпал. Выпал зомби-бот. Так, этот получает минус одна, да, к атаке. Это плохо. Еще и с прочерком, блин. Сейчас вот я его захочу уничтожить, а он его пробафает, точнее она. Нет, не стала. Странно. Странно что-то с тобой происходит, розочка. Обычно ты всегда усиливаешь свои растения, но тут почему-то не стала. Не забывайте, что у нее есть заклинание такое очень интересное, да? Превращает зомби в козла. Причем любого. Нафига? Давай, иди сюда, родной. Подставлю. Он, наверное, специально его поставил сюда. Ну вот, 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 вот. Превращается случайно в зомби. В кого? 2-1. Плюс делает заморозку. Вытягивает карту, да, или нет? Так, а мы можем с тобой выжить еще, кстати. Он, наверное, к этому не был готов. Почему я его называю мужским полом? Это же она, Роза. Так, у нас медик есть. Поэтому мы можем с тобой воспользоваться его услугами и прокачать. Точнее, подкрепить здоровье. Так, Роза задумалась. Роза задумалась, как бы мне... Понятно, рикошет делает. Делает рикошет, а мы с тобой можем... Мы можем выжить, опять же. Смотри. Вот так вот. То есть нас здесь не пробьют. Так, замечательно. Можем хильнуть. Можем хильнуть. Я так, пожалуй, и сделаю. Хопа. 5-4, замечательно. Розочка задумалась. Думает, как бы мне его... Ну, естественно, сделать лучше рикошет, блин. Замораживает еще, а? Смотри, что делает. Так, минус 2, минус 2. Кого бы лучше нам уничтожить с тобой, а? Наверное, вот этого все-таки. Да, так будет лучше. Два в лицо мы с тобой получаем. Отлично, отлично. Мы с тобой можем сделать вот так вот. И можем сделать вот так. О, еще даже есть чувак с эволюцией. Но я пока тратить не буду на него. Кого он сейчас поставит, неизвестно. Вот, видишь? Мы его уничтожим. А, нет, уже не уничтожим. Его уничтожит мой зомби. Ну что, получается, мы нанесем ему... Так, подожди, не надо. Мы нанесем его, ему всего... Ей, 3 урона. А почему я не помню, мы не добили-то? Почему этого шитика мы с тобой не уничтожили? Что-то я как-то прозевакал вспышку эту. Давай захиляем нашего разгрома. Поехали. Ох, только дожить бы до 9-го хода, я ему тут устрою карнавальную ночь. Вызову зомби-бота и всех тут разнесу. Ну чё, Роза, ты там думаешь по 3 часа опять? Но этот гриб, естественно, уничтожаем сразу же. Тут даже не обсуждается. Поехали. Пока. Так, и 7 в лицо. Остается 10 хп, да? Ох, как замечательно. Пока не будем тратить с тобой хилочку. Слушай, ну смотри, мы с тобой можем сделать вот так. У нас есть... Хил, если что. Любое растение, которое поставит, перейдет вот сюда. Уничтожает вот этого зомби. Соответственно, какой-то из них у нас усилится. Давай, 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 сюда. Подтягивайся, не стесняйся. Смотри, что, одних прочерков набрал. Погнали. Пока. Какой зомби усиливается? О,
Шикарно. И уничтожаем этого. С картами-то у Розы вообще беда, я смотрю. Полнейшая. Давай вот так вот, наверное... Нет, подожди. Или да, все-таки. Давай сюда поставим амфибию, а сюда эволюцию. У него сработает блок через удар. У нее две карты всего. Она никого поставить сюда не сможет. Добить нас не сможет. А вот мы ее разберем только шорох, поверь мне. Давай, 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 сюда. Не стесняйся. Рикошет кого? Сюда? Да, будет? Ха-ха. Жук. Все равно тебе это не поможет. А я вот хильнусь. Ну что же, получается, срабатывает у него блок. Да, мы добиваем. В любом случае, тут даже без вариантов. Ребят, ну ничего не получится у нее. Даже хоть ты тут минусуй, хоть ты что делай, все равно это тебе не поможет. Получи и добиваем. Красиво, да. Вот это, конечно, большое преимущество, что нам дают при гибели зомби +2, +2, да. То есть 2 к атаке и 2 к здоровью. Это офигенно. Можно за счет каких-то там слабых карт прокачать себе большие, как говорится, запасы атаки и здоровья. Ну что, последняя миссия, ребята, у нас тень. Это босс. Какие-то определенные условия, как всегда, нас ожидают. И сейчас мы посмотрим, что тут будет такое. Ох, ё-моё. Так, вытяните карты. Так, вот эту оставлю. Вот здесь, наверное, мы с тобой поменяем. Медика надо оставить. Смотри, какая штука. Сразу же, что ли, блин, улучшаешься. Оборзел. Зеленая тень начинает игру с бататом и двойной мятой. Зато у вас в напарниках будет снежный человек. А толку-то от него, если он сейчас мне просто его уничтожит. Этого снежного человека. Прикинь. Рикошет сразу делает. Офигеть, напарник, да? Помогли, блин. Да, друзья мои, этот шитик сейчас будет прокачиваться. 4-8 у него будет, да? Да, это фигея. Как нам быть с тобой? Как нам с тобой лучше здесь сделать? Я даже не знаю, ребят. 4 в лицо в любом случае, что ли, получаем. Даже если я этого выставлю. Пипец. Тут надо, чтобы тебе... Чё? Ты не припухли, а? Тень. Смотри, что делает, блин. Сейчас он меня будет здесь своей мятой давить. Не, ребят, ну я считаю, что рука говно полная. Этот снежный человек, от него вообще никакого толку здесь не было. 8 в лицо, просто сейчас пропишут и все. Просто 8 в лицо. Ну, я так понимаю, мы заведомо уже проиграли этот раунд. Началось, короче. Будем подбирать, ребят, стратегию. Я, в принципе, кое-что для себя сейчас придумал. Можно взять не разгрома, предположим, а... Так, что? 16.32, да? Офигеть. 16.32, а чё бы и нет. Да ну, тут уже даже бесполезно что-то делать. Ты понимаешь, да, что у нас просто сейчас уничтожат. 16.32, потом будет... Офигеть! 17.33. Это получается, на следующем ходу он будет 34.66? Не-не, ребята, это бесполезняк. Просто расписали как по нотам. Ну да, 34.66. Тут 8.16. Да, ну, друзья мои, это бред полный. Да, я хочу сдаться. Какой тут нафиг играть? Так, разгром. Нам, по-моему, надо с тобой что-то другое делать. Или брать другого героя. В принципе, знаешь, что я подумал? Земех. Земех нам может здесь помочь. Надо только посмотреть, что у него там по картам. Отлично, вот таких вот нужно взять побольше и все будет... Оу. Новая карта же у нас есть, да? Я ее совсем забыл поставить. Сейчас мы с тобой, наверное, так и сделаем. Тут надо кого-то убрать нам. Сумоист нам пригодится. Это нам пригодится. Да я даже не знаю.
Вот здесь, наверное, мы удалим и поставим вот этого вот. По-моему, больше ничего новенького нету, да, у нас? Нужно брать такие заклинания, которые уничтожают супер прокачанных зомбарей. Например, вот это вот. Сколько наносит? 4 единицы урона. Нет, нам нужно, чтобы полностью уничтожала. Не урон наносила, а уничтожала капитально. А это, по-моему, 4 урона наносит, да? Тоже 4 урона. Ну, давай, разочек один попробуем сыграть за Замеха. Ну, не получится, попробуем тогда, может быть, за мозг-атаку. Посмотрим, короче, как пойдет. Конечно, неприятно, что будет сейчас вот эта вот вся фигня прятаться за бататом. Вот именно это мята. Именно это мята. Так, наносит 1 единицу урона. Так, вот это поменяем. И вот это вот. Да что ты делаешь? И вот так вот. Вот. Так, у него сколько там? 2-4, значит, первый ход у нас с тобой есть. Мы можем его запинать. Мы можем с тобой... А, подожди, он же тоже может его прапать. Да? Он же сейчас его усилит. Он сразу усиляет. Я его думал, что хочу... Ну, хотел раздавить. Думал, у меня получится. Нифигашечки. Давай, наверное, вот так тогда сделаем. Так, ну у него будет 4-3. А следующий, значит, будет 8-6. 8-6. Блин, какая-то ерунда получается, если честно. Какая-то ерунда. Плюс 3 во время этого хода. Он меня, наверное, уничтожит. Сможет он уничтожить или нет? 4-1. Посмотрим. Блин, перетягивает, ё-моё. Перетягивает, да? Восемь, четыре. Блин, мне его никак не уничтожить, понимаешь? Вот и первый его ход, который он делает. Первый его ход, который усиливает сразу же свою вот эту мяту. Это вот бесит. Ну сейчас 16-8, куда? Вот как вот мне его сейчас пробить? Вот объясни. Я не знаю, как я его сейчас буду пробивать. Он еще выставляет, блин. Так, нанести 1 единицу урона. Ну, если я сюда поставлю. Плюс, зомби получает плюс 3. Вот так вот сделаем с тобой. 5. И все равно не смогу добить. И все равно не смогу добить. К сожалению, друзья мои. Спортсмен. 32-6, да? 32-6. А чё, почему бы и нет? 32-6, все на изи, ё-моё. Так. Да ну, блин, бред. Бред, ребята. Ну чё это? Ага. Ага. Так, по 1 единице урона, да, мы с тобой нанесём. Давай, поехали. Уничтожим прокачанную мяту. Так, у нас этот ход-то сделал уже, нет? По-моему, не сделал. С одной метой справились. Но у нас с тобой 6 хп. Всего лишь-то. Всего лишь-то 6 хп. Этот, конечно, прокачивается. И этот прокачивается. 4-2. Блин, ну вот эта двойная атака, конечно, это бесело. Давай так вот сделаем с тобой. Пропустим ход. Будет прокачивать наверняка, да? Нет, замех, конечно, хорош, но... Конечно, прокачивает. Но все-таки мне надо разгрома брать. Мне надо брать разгрома, друзья мои. А вообще никак меня это не спасает. Абсолютно. Все в лицо, и нам конец. Вроде бы и преимущество есть, да, и не могу я им воспользоваться. Есть одна идея, чтобы ставить слабых зомби по 1 единице, да, там хп и атаки, чтобы их уничтожали, и последующие, которые будут у меня стоять рядом, за счет этого могли получать +2/+2 бонус. Но он же опять же хитрожопый, не выгорит у нас это дело, так что давай мы, наверное, все-таки за разгрома сыграем.
Почему за него хочу? Ребят, у него есть заклинание, которое уничтожает на ландшафте растение 6-6, понимаешь, да? То есть, если у него больше 6 атак или больше 5, он ему наносит урон минус 6. То есть, как бы выгодно. Единственное, что чтобы рука нам выпала хорошая. Ну, видишь, опять же с рукой не везет. Ну что мне тут вот делать? Ну, давай я поменяю здесь. Фигня. Здесь. Ну, так себе. Просто вот приходится оставлять и все. Ну, конечно же, 2-4. И, конечно же, он его сейчас будет усиливать. И заклинания мне не дали. Вот в чем проблема. Почему я не могу применить? Объясни мне. Рикошет случайного зомби. И что он делает? И, соответственно, Йети улетел у меня. Давай с тобой сделаем вот так вот. Но он получает 2-8. Представляешь, 2-8. Это он еще не... Так, подожди, у нас... Вот такая штука есть. А толку-то от нее? Все равно он будет прокачивать свою мету вшивую. Блин, не прокачка, так другую вызвал. Видишь, если бы у меня сейчас был бы шар, я бы этот уничтожить бы смог. А так нет, нету этого шара у меня. Сейчас начнет прокачиваться. Кстати, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот это заклинание применить. Оу, 4.16, серьезно что ли? Да 4.16 это уже слишком люто. Пропускаем. Да ты не оборзел ли, блин, а? Чепушила. Совсем, блин, припух. Одну мяту уничтожим мы сейчас с тобой. Нет? Вот эту разве не уничтожим мы? Да, все, хорошо. Предположим. Безумие нет смысла ставить. Этот сейчас будет 4.28. Вот кто нам нужен. Вот кто нам нужен, точно, друзья мои. Так, 1.3. А, нет, у него не растет атака. Слушай, смотри, что мы с тобой можем сделать. Выставляем сюда зомби. Неубивайку, так скажем. Совсем забыл про этого говнюка. Так, зомби-неубивайка, да? Безумие. Поставим безумие с тобой сюда. Поехали. Слава богу, что эта мята не атакует. 6 в лицо нам врезали. Так. Смотри, есть неплохой варик. Блин, 82. Ты стой там на месте, не дергайся. Короче. Блин, а как сделать-то нам лучше? Этого я смогу уничтожить. По идее, смог бы. Давай, наверное, сделаем с тобой следующим образом. Вот так. Он, наверное, прапает сейчас вот этот свой динозавр-банан. Прапает же, да? Нет, у него все есть. У него есть этот чудик, который вытягивает две карты. 6-6. Так, этот летит сюда. Под атаку. Блин, теперь надо с этим разбираться. Две атаки. О, так нам крышка, друзья мои. Нет, пока еще живем. Но он сейчас еще атаку сделает, и все, и нам крышка. Что-то выжили мы как-то, умудрились. 7-7. Ну вот как вот быть? Давай сделаем с тобой так. Его надо было на самом деле вот сюда, наверное, выставлять. Так, конец хода рикошет. Конец хода рикошет. Вот он, рикошетик, да? Нет, это зомби получает 1+1. Ну давай глянем. Какие? Вот сейчас он, если этого улучшит, это будет, конечно, труба. Так, этот усиливается, да? Нет?
Ну блин, ну. Ах, вот так он сделал. Зомби получает 1 плюс 1. Друзья, это бесполезняк. Меня здесь абсолютно ничто не спасет. Вот этот вот чудик меня уничтожит. К сожалению. Да как, блин, сделать-то? Какую стратегию тут можно подобрать, а? Какую стратегию тут подобрать? Заклинание. Так, заклинание, заклинание. Он вызывает этих, да? А какие мы можем с тобой выбрать? Давай-ка я еще раз зайду сейчас за разгрома, посмотрю на его колоды. Какое бы нам чудо здесь сотворить. Так, неуязвимость, это, конечно, хорошо. Так, вот шары нам, наверное, здесь пригодятся. Шары пригодятся. Так, привидение, это все хорошо. Вот этого мы с тобой уберем отсюда. Возьмем, наверное, дополнительный шар, где он? Вот он. Добавить. Сумоист тоже, в принципе, неплох. Не знаю, вот. Хилов у нас много, да? Хилов много. Много вот этих вот амфибий. Так, давай смотреть. Значит так. Заклинания, которые могут уничтожить, у нас сразу зомби практически нету. Одно, которое стоит 5 энергии. Это дорого. Так, эта баночка у нас что дает? Плюс 3, плюс 3. Стоит 3 энергии. Можем взять, но это опять же рандомно уничтожается растение. Понимаешь, рандомно. Призраков набрать, что ли? Призраков набрать, да, и шары. Слушай, ну как вариант. Призраки, шары. Ну-ка давай-ка мы с тобой сейчас кое-что проверим. Амфибий-то у меня сколько, ё-моё. Это мы когда с вами, помните, дрались? С чувачком-то на воде, который там все. Две или три дорожки были водяные. Я все на водяных там колоду-то делал. Ладно, берем с тобой призраков. Три призрака, я думаю, более чем достаточно. И ко всему прочему, мы с тобой возьмем шар. Три шара. Вот этого, наверное, возьмем с тобой. Лишним не будет. Так, либо-либо. Давай, наверное, все-таки вот это вот возьму. Ну и вроде бы как все. Так, а вот это что у нас делает? Так, переместите растение, вытяните карту. Переместите растение, вытяните карту. И вот так вот. Ну я не знаю, ребят, попробуем. Вот такой колодой. Фиг его знает. Нам нужно в любом случае с ним разобраться. С этой зеленой тенью, с этими ботатами, которые он там понавысаживал. Дайте мне шар, пожалуйста. Привидение, блин, привидение. Вот шар есть. Шар есть, друзья мои. Мне бы, знаешь что, уменьшатор. Ты понял, да, какой уменьшатор я имею в виду? 2-4. Так, ну что, этому крышка, друзья мои. Этому крышка этой мяти. Мы ее сейчас уничтожим, потому что у нас есть с тобой. Ах, какое. Он сейчас его апать будет. Нет, и нам повезло, ребята, и нам повезло. Иди отсюда. Ух, шикарно. Так, этого уничтожим. Слушай, может быть, сейчас нам фартанет, может быть. Так, что нам сделать с тобой? Я боюсь, опять он свою мяту эту призовет. У него уже там, помнишь, сколько этой мяты хранится? Нет, не стал, потому что не хватает энергии. Слушай, может быть, немножко мы сейчас с тобой тут раскачаемся. Так, давай вызовем с тобой спортсмена. Может быть, карту какую-нибудь путевую нам достанется. Сумоист. Сумоист, это, кстати, хорошо. Ага, ага, давай, 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 иди сюда, иди. Рикошет. Этого, что ли, уничтожит? Нет. Так, давай-ка вот сюда вот.
Я с тобой разберусь, мятушка. Я с тобой разберусь. Блин, неужели хоть когда-то нам повезло? Но радоваться еще рано. А ты не забывай, что у него еще есть банановые динозавры. Банановые динозавры. Че, вот так вот, наверное, сделаем с тобой, да? Так, 1+1, да, получает? У него есть амфибия, команда. Нет, парень, так дело не пойдет. А? Погнали. Бамс, бамс. И уничтожаем. Хорошо. Очень хорошо. Так, опять дали нам спортсмена. Опять нам дали спортсмена. Давай сюда вызовем его. О, слушай, ну неплохо. И вот так. Ну что, будет вызывать бананового своего этого? Дракона, динозавра? Нет, у него мята, блин. Он усиливает, конечно же. Он его усиливает. Что там у тебя? А растение получает +2/+2. Блин. Нам нужно быстрее уничтожить. Так, сейчас кто-то усилится из наших зомби. Ага. Как нам с этим быть? Да ну, блин. Так, ну, во-первых, нам нужно прикрыться. Это во-первых. Как нам лучше сделать-то? Уничтожает всех растений 2 и ниже. Спортивная эволюция 2 и ниже. А у нас это 9. Фиг с ним. Давай сделаем так. Поехали. Ага. Вытягивает две карты, понятное дело. Естественно, естественно, свои фасольки эти бобовые выставляет. Короче, мы можем сейчас все вбахать вот сюда. Соответственно, его уничтожить. Ну вот тут-то что нам потом делать? Ладно, поехали, ребят. Сделаем доброе дело. Так. Блин, у меня не хватило. Не хватило энергии, что-то я просчитался здесь маленечко. Ага. Давай, зомби, какой усилится? Этот. Тут-то понятно, уничтожит. Мне не надо, чтобы он, ребята, имел бонусную атаку. Это будет тогда труба. Если он сделает бонусную атаку, все, это крышка. А-ха-ха-ха, вовремя, вовремя. Сколько она стоит? Так, 5, мы с тобой можем за 2. Так, -1, -1, да? -1, -1. Убираем этого отсюда. И я оставляю вот это заклинание. Друзья мои, обязательно. Не дай боже, у него сейчас будет бонусная атака. Все, нас пробьют просто сразу же. Слушай, по-моему, нам фартит. Нам, друзья мои, фартит. Окей. Погнали. Так, что там у него? 5 урона, хочет призрака убить. Ладно, пускай призрака убивает. Это лучше, чем в лицо получить, согласись. 6-3, 6-6. Вообще шикарно. Так, вызвать медика. Гаргантюа медик. Ну а почему бы и нет? Выставляем. И вот этого дохлика. Ну-кася. Хе-хе-хе. Все, парень, я так понимаю, ты спекся. С картишками не повезло, да? Все, ребят, расписали, как по нотам. Блин, офигеть. Вот я говорю, все зависит от руки. Вот если тебе в руку попадут нормальные карты, то все будет хорошо. А если не попадут, вот будешь так вот переигрывать по 1000 раз. Да, тяжело. Но в то же время интересно. Это лучше, когда ты на халяву, на изи проходишь. Ага, тернистая ситуация у нас будет. Это Роза. Давненько мы с ней не дрались, как с боссом, я имею в виду. Потому что сегодня нам предстояла с ней битва. И, кстати, тут осталось-то совсем ничего, ребята. Совсем капельку. Я не знаю, выполните задание
вы увидите, что вас ждет дальше. То есть совсем не маленько. Раз, два, три. Еще три серии, четыре, включая вместе с Розой. И за зомби мы пройдем. Но опять же повторю, как пойдет. Я, например, сейчас застрял за растение, да, я не могу, например, эту бессмертию победить. И у меня как бы стоит процесс. Всего лишь 75 уровень у нас из 200 пройденный. Так, кстати, что здесь такое нам показывают? Я ничего тут не могу купить. Так, ну что, дорогие друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!